Приветствую всех пчеловодов, а также тех, кто помышляет завести пчел. Сегодня у нас вторая часть видео, посвященного производству ващины в домашних условиях. И сегодня мы будем петь дифирамбы стиральной машинки АК, вальцы от которой мы используем для того, чтобы через них прокатывать матрицу Вадима Туманова, в которую мы заправляем гладкие листы воска, которые были сделаны в первой части. Но прежде я хотел бы немного похвалиться первыми своими листами ващины, которые я сделал в самом начале. Это вот самый, что у меня есть, заброшенный воск в основе этих листов. Здесь их 11 штук. 11 – мое любимое число. Но здесь их 11 не только потому, что это мое любимое число. Дело в том, что я хочу взвесить их и показать вам, какова будет масса. Вот у меня такие есть весы на кухне. Сейчас они выставят 0. Ну вот, кладем ващину. Немножко надо ее чуть-чуть поближе к паспорту весов. 986 грамм, почти 1 килограмм. Это идеальный вариант с точки зрения толщины. Потому что пчелам в данном случае не придется расходовать практически свой воск для того, чтобы отстраивать данную ващину. Не придется им расходовать свои ресурсы. Ну, отложим ее в сторону. Добавим ее в копилку наработанного непосильным трудом за 3 дня. Труда. Прошу обратить внимание, вот 2 коробки полных готовой ващины. Эти коробки я смастерил на скорую руку из обрезков ДВП, вот, скажем так, что было под рукой. 2 полных, и сегодня я еще наполню 3-ю. У меня моя работа с ващиной заканчивается, и вот в конце я решил поделиться опытом, уже немного его набравшись. Ну что ж, давайте рассмотрим все более подробно. Самое главное, это, конечно, матрица. Но и не обойтись здесь без вальцов от стиральной машины АК. Их размер вальцов соответствует ширине матрицы. Работать довольно-таки удобно, но с небольшой оговоркой. Я сделал направляющие планочки здесь по бокам от матрицы с максимально плотным ее хождением. Мне с этими вальцами не повезло, и значит, матрица идет с перекосом. Вам, возможно, повезет и больше, и у вас будет она идти ровно. Но вот у меня, к сожалению, она идет маленько в сторону. Я это связываю с тем, что здесь винт прижимной от удара немного тянет в сторону. И, скорее всего, связано это с этим. Но разбирать мне ее было некогда. Работал так, как есть. Вот. Ну и в связи с этим пришлось мне сделать вот такие направляющие. И на столе подающем, и на столе принимающем. Также я сделал ограничители хода. И здесь, и здесь. Это позволяет мне прокатывать матрицу и не смотреть между вальцов, когда там она у меня выскочит или нет. Я работаю до упора. Когда лист прокатан, я немного возвращаю матрицу обратно, чтобы мне было удобно ее взять пальцами. В данном случае мешает вот этот упор. Но с этим вполне можно мириться, и по ходу отрывания листа от воска от матрицы я просто досылаю его до упора и дальше уже отделяю. Стол сделал из фанеры ламинированной, как вы видите. Здесь, можно сказать, рассмотреть можно, но разве только что совсем минимальными разговорами. В основе стола у меня вот такая база и 2 лонжерона, которые выполняют и несущую функцию, и, скажем так, немного приподнимают стол для удобства в работе. Потом 2 выносных лонжерона отдельных, высота которых определяется тем, что столы должны находиться
на одном уровне с нижним вальцом вот этой вот машины отжимной. Вот примерно это выглядит вот так. Это обязательно. И еще обязательно здесь на столе подающем нужно снимать паску. Когда вы обратно ведете матрицу уже вновь на подающий стол, она нижним краем своим будет упираться сюда. И это будет препятствовать ее прохождению. Обязательно нужно снимать паску. Когда я этот стол собрал, а это было зимой, я обратил внимание, что матрица коробится во время хранения. Поднимаются ее края. И я подумал, что это как-то может сказаться на качестве лощины. Во время хранения я ее прижимал. Зажатие ослабляю на винте. Здесь оставляю притвор, значит, матрицы между вальцами. А саму матрицу прижимаю куском фанеры сюда к столу плотно. Но во время работы я даже нарочно создаю вот такие вот моменты. Для того, чтобы верхняя страница матрицы после прокатки самопроизвольно уже на начальном этапе отделяла вощину от нижнего листа матрицы. Это очень ускоряет работу. И, скажем так, я советую это делать. Что понадобится еще у нас для данной работы? Вот эта же ванночка, в которой я охлаждал, значит, листы гладкие после выплавки. Сейчас стоит уже в данный момент на электрической плитке и включена в обеконфорке для того, чтобы температура воды, не то что температура, а чтобы она была равномерной по всей поверхности зеркала воды. Вот. Температуру я держу около 45 градусов. Выше температуры делать не нужно. Если вы перегреете гладкий лист воска, у вас будут проблемы с его отделением от матрицы. Это будет вам стоить большого труда. Вот он, гладкий лист. Кладем. Нагревается он и меняет цвет. Он становится более белесым и матовым. Долго греть нет никакой необходимости. И что еще надо сказать? Он становится скользким. После того, как он нагревается, он становится таким еще более гладким. Такое ощущение, что поверхность его покрыта какой-то смазкой. Равняем обязательно. Делаем прямой угол. И прокатываем. Я прокатываю один раз, но подробно. То есть медленно так. И вот здесь надо остановиться и сказать самое главное. Трудности с отделением листа будут так или иначе, если вы захотите сделать вощину максимально качественной. Если вы захотите продавить ее, скажем так, до того, чтобы прорисовался внешний контур ячейки. Ценой всех этих поисков у меня явились вот эти 4 ненаглядных бракованных листа. Я пробовал и, значит, с температурой, я пробовал и с давлением на матрице. Но к выводу я пришел к следующему. Запасный воск идеально работает. Воск, который вытапливаем из рамок, уже похоже. У меня несколько, скажем так, гладких листов, наверное, около 5 килограмм, я делал и уже из воска, который был вытоплен из рамок. И вот это уже отделяется значительно хуже. Хотя и с этим можно потихонечку жить, используя нож остренький, с острым, значит, лезвием. Еще что хочу сказать. Здесь, в этой работе, ни в коем случае не нужно торопиться. Если вы будете спешить и будете рвать эти листы, один оборванный лист вам сложится в то время несоизмеримо больше, чем вы затратите, если будете его отделять плавно и аккуратно. Вам придется этот лист снова растопить, снова сделать из него гладкий лист, и потом уже во второй раз попытать с ним счастье. Вот. А это очень большие затраты по времени. Поэтому время свое берегите, лучше лишний раз
проявите аккуратность. Что мы видим? Здесь вот этот край приподнялся, а вот этот край еще пока зажат. Всегда начинаем работать с того места, где отделение уже началось. И как бы выворачиваем. Вот, уже начало есть. Можно все положить на стол и вернуть матрицу в исходное положение. Дальше. Выкручивающим движением отделяемся от нижнего листа матрицы. Именно выкручивающимся, потому что когда мы так выкручиваем, мощина натягивается на матрице, на верхнем листе. И не происходит ее учение. Если мы будем просто отрывать, то обязательно возникнет эта проблема. Будет пучение листа мощины. А так все происходит максимально аккуратно и плавно. И следующий момент. Обычно здесь вот у меня на мощина прикреплена очень сильно. Это связано, скорее всего, с тем, что есть точки экстремального давления. Это у нас переплет матрицы, и это ее крайний торец. Здесь мощина продавливается значительно сильнее, чем нежели во всей остальной ее части. И это тоже всегда нужно учитывать. Как отделить здесь мощину от верхнего листа матрицы? Я делаю это так. Беру и большим пальцем загибаю этот край. Потом загибаю в другую сторону и снова на себя. Получается, что у нас отогнулся небольшой уголочек. Прям за него берем и тянем. Не надо тянуть в сторону. Надо просто равномерно, создавая равнобедренный треугольник, тянуть за вершину. И все получится аккуратно и легко. Вот он, готовый отделенный лист мощины. Без каких-либо серьезных дефектов. Нам останется его только отгладить. Я делаю это все на махровом полотенце. Пока я его отглаживаю, с него собирается вся влага. Я не знаю, сколько пролежит у меня эта вощина. Конечно, именно эта вощина уйдет сразу, потому что она у меня не из абрасного воска, а из простого. Я ее уже сегодня начну наващивать на рамки, которые пойдут у меня в ловушки. Вот готовый лист мощины. Вот такое тиснение. О тиснении поговорим отдельно. Я уже снял небольшой фрагмент, и я его добавлю к видео. Вот мы видим лист мощины, прикрепленный к стеклу. И что в нем примечательно? Отчетливо выделена область, где ячейка продавлена на максимум. И мы видим контур вокруг ячейки. А само донце уже становится полупрозрачным. Вот такого результата на всем листе мне так и не удалось достичь, ввиду того, что лист готовой вощины от матрицы отделить просто невозможно. Вот складываем в коробку. Всего в данную коробку я складываю 8 килограмм овощи готовой. Так она и переполняется. Какова скорость работы? За один час я перерабатываю 1,5 килограмма. Не сильно напрягаясь, не сильно упираясь, даже остается время попить чайку, маленько отдохнуть, присесть на что-то там, отвлечься на какой-нибудь телефонный звонок, пойти на пасеку посмотреть, что там происходит. И, скажем так, я не работаю так вот на износ. Но каждый день 6 часов я посвящал этой работе. И в течение 3 дней... Ну, вот эти 25 килограмм воска, которые у меня были, я превратил в овощину. Осталась вот эта небольшая стопочка, которую я оставил для того, чтобы с вами поделиться своим опытом. Давайте еще сделаем один
лист лощины. И на этом будем прощаться. Сильно не нужно греть. Возникают проблемы с отделением листа потом от матрицы. Вот я сливаю по максимуму, чтобы не было сырости здесь на столе. Вода начинает уже везде там течь. Возникает всякого рода неудобства. Так вот, друзья, не боги горшки обжигают. Посильно это и простым смертным людям делать лощину в домашних условиях. Пока у нас небольшое количество воска, мы будем это делать сами. Но уж когда наберем 150, поедем к Алексею Тараканову в Нижний Новгород. Кланяться. Там он нам сделает в лучшем виде и быстро. Ну а вообще с воском вот приходится повозиться. Даже с самой вытопкой, с производством гладких листов. Обязательно воск нужно очищать от механических примесей. Когда такое происходит, ни в коем случае не надо торопиться. Это даже хорошо, что это произошло. Не торопитесь его отрывать. Он держится здесь вот буквально на двух, на трех ячеечках. Так сильно. Потом он уже пойдет выше. Опять же, это связано только с тем, что есть точки критического давления. Возможно, это как-то сказывается из-за толщины, разницы толщины матрицы. Но я все же грешу больше на сами вальцы. Они у меня дают несравномерным усилием. Опять же, скорее всего, это связано, я говорю, с перекосом. Прижимного болта. Ну вот и все. Надеюсь, ничего я не упустил. Все, что хотел сказать, я сказал. Желаю всем удачи в пчеловодном деле. Желаю всем успехов, хорошего медосбора в этом году. Желаю вам не упустить раи. Желаю как можно больше их поймать. Всего доброго. До свидания.